В инициативе городского совета ветеранов 22 июня 2016 года на форуме мира был дан старт акции эстафеты патриотизма поколения. По предварительным оценкам, более 400 тысяч новосибирцев приняли участие в мероприятиях этой акции. Каждый четвертый житель. Что мы предлагаем в рамках подведения итогов нашей акции и встречи 80-летия Великой Победы? Во-первых, организовать уже на новом уровне апробированный патриотический фестиваль «Квартал Победы». Мы предлагаем подготовить второй альманах лучших патриотических практик эстафеты патриотизма поколения за период 21-25 годы и издать его в конце текущего года. Эта работа уже, я так понимаю, ведется достаточно быстрыми темпами.